Ведь, ну скажи, как вы готовились вообще к игре? Ну, знакомый соперник, везде играли вообще, и как вспоминали предыдущие встречи? Да, в принципе, предыдущие встречи не вспоминали, потому что игра на Минь все-таки, это совсем другое. Играли с ними в Лиге Горного, и там 7-7, как бы тут 5-5, на 2 человека разница, это большая разница. В принципе, никак не готовились, просто все подъехали перед игрой и решили, кто как будет меняться, кто с кем выходить. Просто играли в свою игру, забили, получилось, выиграли. Ну, какие мысли вы были, когда вот пропустили, и вообще что случилось с командой, когда пропустили первыми? Да, в принципе, ничего, так же продолжили играть, просто даже не думали то, что пропустили. Там как бы у ребят первый шанс был единственный, в принципе, за игру, но они еще там второй забили. Не обращали на это внимания, продолжили играть свою игру, катать мяч, забивать голы. Мы в итоге выиграли все равно. Следил за параллельной встречей, вот в какой-то веке наконец-то две встречи параллельно проходили. Следил вообще, за кого болел, кто хотел, чтобы вышел? Да, следил. Слышал, что 1-0 повели Аргон. Болели, конечно, все за Аргона, так как у нас либо ничья устраивала, либо победа Аргона. Вот, чтобы выйти с первого места. Болели только за Аргон, не за китов. В принципе, только так. Ну вот если немножко подводить итоги группового этапа, каким оценишь его для своей команды? Вот так странно, что первый раз такой союз мог не выйти из группы, но все-таки вышел. Как оцениваешь? В принципе, первая игра довольно-таки неплохая была. Вышли, сыграли. Вторую игру не подъехал у нас Тима, так получилось. И Рава не дозаявили еще. Играли своим обычным горным составом, так сказать. Вот. Ну, почему-то у нас не получилось выиграть. Не знаю, не хватило, видимо, какой-то, не знаю даже чего. Может быть, то, что выходили слабые, сильные четверка, слабая четверка плохо сыграла, пропустили. Сильные не смогли много забить, так и проиграли, а в итоге вот вышли на победу в третьей игре. Все, спасибо. Победы.